Уважаемые спортсмены, дорогие гости, Ростов-на-Дону, приветствуем вас! Давайте тоже друг друга поприветствуем. После продолжительного отсутствия соревнований такого высокого ранга мы вновь принимаем у себя чемпионат России. Надеемся, что всем известное ростовское гостеприимство растопит лед ваших сердец и позволит вам проявить свои наилучшие человеческие и спортивные качества. Как вы понимаете, желающих получить карт-бланш на проведение чемпионата России предостаточно. Однако вдумчивая и кропотливая работа аналитического центра Федерации бильярдного спорта России во главе с первым вице-президентом Владимиром Павловичем Никифоровым позволило принять решение о проведении чемпионата России в городе Ростове. И на мой взгляд, логичное объяснение. За последние годы в Донском регионе сложился великолепный коллектив энтузиастов от бильярда. И маловажным фактором качественного рывка вперед явился Серёж областной и ростовской федерации бильярдного спорта. Истинные профессионалы, тактичные в деле воспитания молодых спортсменов, эрудированные, грамотные, такими предстают перед нами и всеми, кто любит бильярд, руководители вышеупомянутых организаций. Президент федерации бильярдного спорта Ростовской области Олег Николаевич Абакумов. Президент федерации бильярдного спорта города Ростова-на-Дону Николай Иванович Цыпуэр. Эти люди своей преданностью бильярдному спорту заслужили уважение и любовь всех, кто любит и знает бильярд. Но главное, что хотелось бы отметить, это их коллегиальность. Любые спорные вопросы не решаются индивидуально. Все решается сообща. И большую помощь в этом оказывает первый вице-президент Федерации бильярдного спорта Ростовской области Игорь Анатольевич Кирилов. Эти люди работают плодотворно, что доказывается выступлениями наших спортсменов на соревнованиях самого высокого уровня. Уникальные традиции, достижения и, наконец, нами создана эффективная структура по подготовке и проведению соревнований. Мы систематизировали отбор спортсменов высокого класса с дальнейшим привлечением их в национальные спортивные команды. Вдумчиво и плодотворно работают хорошо подготовленные тренеры. Все это позволило нам в последние годы добиться существенных результатов. У нас подготовлены такие яркие мастера, как мастер спорта международного класса Кирилл Антилиани. Мастера спорта Игорь Филиппов, Сергей Горбунов, Кирилл Филиппов, Кирилл Егоров, Глеб Мальков, Владислав Осминин, Борис Слюса, Никита Ливанов. И также имеются многообещающие молодые спортсмены. Предоставляется первому вице-президенту Федерации бильярдного спорта России Владимиру Павловичу Никифорову.
сегодня чемпионат России по русскому бильярду 2010 года в городе Ростове-на-Дону. Прошу считать открытым.